Если вы смотрите это видео, то вместо Федора не читала сегодня я. Как видите, 20 февраля 2022 года мы побывали на сходке студии Феникс в Самаре, а точнее Феникс Тур. Хотя да кому вообще какая разница, как она называется? Главное, мы увидели Федора не читайло и Киру с Никитой. Мы, на удивление, пришли раньше всех и удивляемся, а где все? А еще вы будете слушать мой голос 15 минут. Так, бери. О, угадай, что здесь будет сидеть. Хотел я купить сахарный мир. А хрен мне. Но уйти без подарка... Это грех! Орех! Обожаю вставлять такие громкие штуки. Либо сахарный мир. Сколько значки? Земля королей. Это что, это телефона? Не понял. Это тетрадки. А, фу. Где мой фантом? У тебя нет фантома. А компанию мне в этой поездочке составили такие люди, как Мыцикан, хрен вы говоришь, но мы его зовем Миха, он же голос Штефана. И Виталий. Человек, который будет озвучивать второстепенных персонажей. Лукашей. И одного человека, чье имя нельзя назвать. Пока что. Так, ладно. Он Федор, не читай, лу. Здорово. Ладно, погнали, пока. Вернемся в 12 часов. Какой же я тут радостный, да. Вернемся в 12. Да. Вернемся в 12. Меня поднялся и плохо слышно. Вернемся к часу в 12, а сейчас мы идем гулять. Мы идем гулять по городу. Одновременно с нами ты будешь учить и географию, и историю, и алгебру, и русский, и литературу. Короче, иди делай уроки, чел. Это я сейчас свои перечислю. Пускай по городу мы походить не успели, но зато пришли одни из первых. Респект. Ждем. Ты ждешь? Я жду. Ты ждешь? Я жду. Ты ждешь? Я читаю. Ну извини. Ты ждешь? Да, жду. Нет, не ждешь. Давай, едь сюда, я Бульдон тебе... я не сомневаюсь, сейчас выйдет Федор. Вот смотри, Федор выйдет? Спустя два часа. Нет, Федор выйдет? Но это будет не Федор, это будет Лина в костюме Федора. Это будет Лина в костюме Федора. Блин, это божик. Эти перевоплощения... Он сначала Федором комиксом был, теперь он Федор не читал, понимаешь? И тут Федор коммунист, я прям вообще Вам помочь? Подсказать дорогу? Мама, привет. Нас? О, спасибо, здравствуйте. Давайте, чтобы всех было видно, я сюда отойду. Здравствуйте. Блин, я там походу моргнул. Можно перефоткаться? Нет? Ну ладно. Люди, остановите их, они еще перефоткают друг друга. Хотя, в принципе, за этим интересно наблюдать. У вас дуэль? Здравствуйте. Мы к Федору. Да, мы красивые усы. Я вмешаю. Долг зовет. Да. Нет, погодите, нужно дождаться нужного момента. Давайте подождем Федора. Он придет с минуты. Ну ты ж не я приду. Мы видели Федора. Но это был не он. Нам сказали то, что это не он, значит это не он. Да нет, да. Логично. И с первым, с кем у нас завязался разговор, это был Никита, монтажер студии Феникс, и меня тоже зовут Никита. Да, красивый. Совпадение. У вас тоже ничего. Благодарю. Это да, да. С утра не боялся. Вам идет. Вам идет. Вам тоже все прекрасно идет. Да, да. Можем войти в неизвестность? Что? Можем войти в неизвестность? Пока нет, там пофига людей внутри, мы не уместимся. Не, мы комфортные. А мы на лифт залезем. По головам. О, мы не с лестницы, чтобы пойти. Мы из Самары, мы не из Тольятти. Мы не из Самары и не из Тольятти. Откуда?
Да. Что-то много из области едет людей. Да. Ну да, ты знаешь, да. Что? Да, да. Да. Саду. Я тоже, кстати. Деньги же надо куда-то потратить. Но мы не из Самары. Ну вот, понятно. А мне холодно? Че? А вы фотограф? Да. Ну, я монтажер в студии. А, ну я знаю, Никита, да? Да, Никита. Меня тоже, Никита, приятно познакомиться. Спасибо. Приятно познакомиться. Виталий. Виталий. Вау, ты кому-то нормально руку пожал. Для Сасы. Понятно, все. Мы ждем это, Киру, менеджерку. Да, 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 да. Я ее тоже видел. Ждем я же говорю. Киру, у нее сейчас дела дальше 10 минут, и будем начинать потихоньку. У нас тоже дела, можно помочь? Что такое? Не знаю, тоже помочь. Да нет, все нормально. Да блин. А вот и человек, который шарит, где лучше покупать святой источник. В магните или в пятерочке. Все, сейчас и будет. Не, просто бери и беги. На нас кредит. Если кто не понял, это Кира, менеджер студии Феникс, да, да? Девушки первые. Да тут все девушки! Солнышки, джентльмены, конечно, вам большое спасибо. Блин, ну нас... Да, блин, первые пришли. Смена пола. Такого скилла у тебя нету. Погоди, нет, меня будут звать Изабель. Я поеду во Францию. Я буду жить счастливо, а ты прощай. Ладно, ладно. Развод. Виталий! Нет! О, здравствуйте! О, дверь! Здесь я разрешаю! Здравствуйте! Ты куда ушел? Нет! Теперь регистрация! По моим данным нам... Ладно. Слишком много людей! Но слишком красиво. На, будешь моим оператором на время. У меня так-то... Семи варюшки, они тебе не пригодятся. А, давай мне, я их продам. Нет. Ладно, просто... Да, спасибо. А, в окно точно. Ладно, давай. Не кричи так громко. Так, я буду держать... А, да, держи. Такое ощущение, что нам нужен был повод устроить. Да не в руку. Мы его всегда находим. Дай газет. Меня раздевать. Я просто тебя один раз раздену. В публике раздевать. Где мы? Ты что сделал? Я... Что-то еще ожидал, еще под книгой находилась. Ты что с книгой сделал? А, ну ладно. С вами все нормально. С ним что-то не так. Так, дай ему мой комикс. У тебя его нет. У меня он есть. Поздравляю. Спасибо. У меня свой комикс. Так, мне нужно это. Кусочек. Что с ним сидит? О, быстро спите, рад, спасибо. Так, Саня, нет, подержи. Что-нибудь подержи. На, подержи. Мих, теперь ты мой оператор. Снимай да, меня. Да зачем я оператор? Я увольняюсь. По очереди, все снимай. Ладно. Что с меня снимать? Добрый вечер, меня зовут Семен Виталий, это рубрика «Эксперименты». Чем мы еще будем сейчас присоединить с двухэтажки? Ладно, давай сначала это. Первый пойдет оператор, не надо. Ладно, давай. Что снимать-то будет? Я снимать я? Буду. Нет, ты пока, меня сними. Я да человек, я тот, кто сделал это, ничего ты. Да. Я спойлер. Просто подарок делали. Вот это красота. Это надо было жечь. Ну ладно, уже поздно. А потом пришло его величество король Феликс, который сжег мою газету. Я ни о чем не жалею. Синий сын от Лины О плюс Ж, получается. Что? Да, я знаю. Олежа плюс... Кто там, Антон? Да. Олежа и Дима. Антон. Как он? Антон. Антон это дипломат. Пускай он будет Антоном. Видимо, из-за гринчей. Чё? А, я подумал, что из-за воды начало выцветать. Не так. Не, ну можешь опустить, вдруг там что-то выцветит. Я могу каркнуть еще. Не надо. Да, он сейчас только что гасит под коммунизм, он из чатки ушанки был. Производят нам зеленые очки. Так, выходит выбор у нас есть. Можно купить значки, можно их просто взять. Бери, беги. Ладно, я сам возьму. Беги, да. Ладно, сиди. Тогда можно я просто возьму? Отвернись. Спасибо. Уни, они дорогие. Хотя не нормально. Фигачи, какие носки есть.
типа зеленая стена. Но тут есть носки капкать. Ваш, ищем сюда. Вау, да? Я им свой автограф оставлю. Да, я нашла. А потом отойти я еще не успел, а уже наша очередь. Маску одень правильно. Дебил! Нет. У нас была зашибенная тактика. Сначала иду я и Виталий, а потом не ходит домой. Я да шучу. Саратов. Ой, да шучу, конечно же, он с нами пошел. Только потом. Ты вот эти замечательно наверх посмотри, там все черно-белое, видишь? Да вот тут. Оу. Я не знаю, о чем ты. Я сам не знаю. Я знаю, я первый спрашиваю, потом ты спрашиваешь, или просто даешь на автограф. Ой, я вижу, как Феликса фоткают. Вау, прикольно. Я на автограф дал. Вау. На Пикачу фотки. Где? Правда. Но дальше, я думаю, комментарии не нужны. День добрый. День добрый. О, нифига себе, я правда вас вижу. О. Так, сразу. С Новым годом прошедшим. Ого, с днём рождения. Это типа... Какая ирония! Какая ирония? Я просто... Что? Можно подснять? Да. Да, подснять, блин, они... Вы сделали газету! Я сделал. Ты сделал, круто. Ты тоже сделал. Да, моральная поддержка. Тут я уже вижу, это отсылки прикольные. Блин, кайф. Времени мало было. Наши чудесные новости. Там смайлик грустный был, это, короче. Конечно же. Повод для репрессии, мне кажется. Я все не хочу давать, я думаю, вы уже заморочитесь. Да не, мы все можем достать вообще без проблем. О, спасибо. Ну, можешь тогда еще достать? У меня практически все просто. Что же есть, давай. Давай сюда. Ну, допустим. Просто. Можно вас сейчас сфоткать потом? Да, ура. Мы можем вместе сфоткать. Да, у нас фотограф тут, а у нас фотографируют. Блин, много зарабатывает. Ну что, возьми вот это. Больше тебе. Я просто вчера весь день не мерз. Может, никто его заработает, ничего. А ты это купил? Да, понятно. А ты это купил? Да. И даже воспользовался уже одним из них. Вау. Мы будем вкладывать все вот сюда, что ли, готово? Окей. Тут тоже, да? Что это такое? Это стикеры. Твои, да? Можно расписывать? Да, расписывайтесь. Окей. Можно вопрос спросить еще? Любой. Как вы относитесь к студии Феникс? Напрямую. Непосредственно. Да, напрямую. Непосредственно. Ответ может вас шокировать. Да. Я шокирован, что я здесь. Пока что. А я шокирован, что я с тобой. Здесь. Шокирующий день. От перенапряжения главное не помереть. Так. Можно тогда еще один вопрос? Конечно. Времени у тебя достаточно. Очень много расписано. Так. Сейчас что-нибудь скажу. Что-то зарабатывать. Достаточно. Сколько именно? На жизнь хватает. Вас. Мы же еще живы. Мы в Самаре. Мы дважды в Самаре. Второй раз уже в Самаре. Значит, много. Весело. Значит, много. Весело. Самара – это дорогой город, это как элитный курорт, понимаете, и мы сюда ездим. Я не понимаю. Вот, да. Так, у пока... варьируют зарплаты, не такие вот. Да, по-разному. Каждый месяц по-разному. Так, тогда еще один вопрос. Так. Какой вопрос? Сколько времени вы тратите, чтобы прийти в сюжет? Зачем ты микрофон сейчас изображал? Смотря какой. Ну, то есть, типа, все они разные, иногда это несколько лет, иногда это вечер. За один вечер придумали. Да, бывает, что я сажусь просто писать, и она сама пишется. Весь? Там, присесть, поиси, если уже придумал так резко, знаешь, для двух сезонов. Ну, тут даже тоже лукавство не надо. Больше полуметражки. Ой, у тебя по блазочке прикольно. Так что... Я не успел во второй обернуть. Сюжет в голове долго сидит, и ты просто его за один вечер воплощаешь. И ты не знаешь, что ты его придумал сразу. Может, скорее всего, он у тебя уже где-то откладывался в голове, и ты его просто тратил. Еще тогда один вопрос. Как поднять свой скилл по рисованию вот на протяжении хотя бы 5 лет, чтобы, ну, не знаю, просто поднять скилл? Это ж надо было так тупануть, дебила ты кусок.
А где месяц? Практика. Много практики. Много... Рисовать то, что ты необычно не рисуешь. Да, абсолютно верно. Не только персов. Не реши меня. Люди обычно рисуют персонажей просто в разных позах. Одних и тех же. Надо пробовать рисовать технику. Да, из зоны комфорта выходить. Дома, здания, не знаю, какую-нибудь артиллерию, космические какие-то. Понятно, планы на... Ну, то есть, типа, деревья, лес, горы, все что угодно. Ну, как бы не только персонажи. Я понял. Ладно, план на вечер, короче, у меня есть теперь. Ну и все, замечательно. Главное делать и не сочковать. У меня есть у киберпанк-клоуна. Вот. О, реально. О. На... Это просто Антон Логвин. Чтобы у него было очень транспортное средство. Антон Логвин на своей машине. Сказано, сделан. Спасибо. Спасибо тебе. Тебе. Вам спасибо, что пришли. Удачи. А теперь у нас нет микрофона, поэтому слушайте так. Наш голос и на фоне ветер, и на фоне снег, и на фоне весна, и... Да. Короче, хочу единственное сказать спасибо Феде, Никите и Кире за такую незабываемую встречу. Она отложится у нас в мозгу надолго. Хоть что-то у нас в мозгу отложится, по крайней мере. Да нет. Мы вдохновились, мы получили жизненный опыт. Теперь мы знаем, где покупать шаурму нормальную. У Амази есть конкурент. Мерзкая скотина. У Амази есть конкурент. Мерзкая фиолетовая скотина. Хочу моя ебаня. Вот, ой. Так, это надо запикать. Недомоциклист. Постоянно. И это феминистка, недофеминистка, которая постоянно борется за выдуманные права. Амази лайк. Амази коммент. Чемой зеленая сойдет. Нет, ладно. У тебя как у вот этого. Из психа, Гоша, Гоша. Не, как... Бесит, не. Пыри утконосы, там вот этот злодей, как там его звали. Пыри утконос? Который... Чинить машину. Чинить машину. Блин, да я как попугай.